Ночью 1 июля 2005 года 19-летний житель города Ульяновска в парке «Молодежный» после распития спиртного нанес 50-летней женщине более 45 ударов ножом, от которых она скончалась на месте происшествия. Преступление оставалось нераскрытым, очевидцев его не было. Преступник был выявлен впоследствии по генотипу. На одежде жертвы остались его биологические следы. Благодаря скрупулезной работе следователей Следственного комитета, а также проведению многочисленных экспертиз, удалось собрать достаточные доказательства его вины. Преступнику назначено наказание в виде 22 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.